Готово? Сегодня ты все молчишь? Ладно. Не беспокойся. Я помогу тебе. Я не беспокоюсь, Северин. И помощь мне не нужна. Ни твоя, ни Бремстона. О, хорошо, что я люблю быть рядом. Да, я чувствую, что сегодня случится несколько ужасных смертей. Угу. А это платье будет причиной многих из них. Зеринский сегодня превзошел самого себя. О да, жалко, что я редко здесь бывала. Боже, вы только взгляните. О, это несомненно возбуждает. Господи, если Билл увидит ее, я проведу на спине весь уикенд. Так, микрофоны в порядке, я проверю верх. Прошу прощения, мэр, губернатор, я вернусь через мгновение. Да, очень метко. Почему бы вам не тормознуть официанта с бокальчиком? Добро пожаловать, Дэрил Зеринский. И я, правда, искренне рад вам. Я умираю от любопытства, милая. Мы встречались? Милый, уверена, вы бы запомнили. А где же ваш бокал? Головы поотрываю. Я выписал ящик прекрасного шампанского. Видите ли, я люблю покрепче. Вина не для меня. Поднимись ко мне, если, конечно, можешь оторваться, милая. Славная толпа. Городские власти, промышленники, финансисты, боссы преступности. Все, кроме, пожалуй, монархов Европы. Они, наверное, в ванной с парой султанов. Что обнаружил? Угу. Немного полазил наверху. Наш душка Зеринский, милая, член твоей многочисленной родни, похоже, брат. Полубрат, как и я, полувампир. Не забывай этого. Да, неприятный получится сюрприз. Там наверху есть одна комната, заперта, плотно охраняется. И ты туда не вломился? Не перебивай. Там вокруг полно людей Зеринский. Лорда Кейгана давно уже нет, но его выкормыши все гуляют. В Бримстоне так и считают. Тогда получается Зеринский их грандмастер. Больной ублюдок. Что бы ни скрывалось за дверью наверху, это, возможно, очень важно. Может, здесь даже не будет скучно. Я взгляну. Куда ты спрятал клинки? Привет, ангелочки. Я соскучилась. О, я знаю, не твой стиль, но все же будь осторожней. Замечательно. Да, и еще держись за перила. Гостям здесь не место, леди. А я не гость, парень. Ха! Эй, не... Чёрт! Лучше беги, это не поможет, но, возможно, тебе так будет легче. Тебе просто повезло! Я чую тебя... Мне уже надоело ждать. Ты же не хочешь все пропустить? Кто-нибудь, помогите! Она слишком сильна. Интересно, сможет ли хозяин собрать тебя назад? Похоже, у нас тут гости.
Бегите, тупица, бегите! Вы не должны здесь быть, леди. Заткнись. Могу я проводить вас к гостям, мэм? Похоже, у нас тут гости. Нужна помощь! Кто-нибудь, помогите! Сюда нельзя, леди. Боже мой, клинки, она ж дампир! Дампиры гибнут, как и все остальные. Так уж, как и все остальные. Хочешь попробовать? Ты же не... Ничего себе спаленка. Думаю, я первая девушка, пришедшая сюда по своей воле. Тут гости.
Хм, а неплохо ты здесь развернулся, Зеренский. Культ Кейгана в мировом масштабе, да? Теперь я знаю точно, с кем сражаюсь. О, давненько я не видела таких ребят. И где же вы все прятались? Ронниш крона, поварищ. Брюка кронош дела. Все тот же древний язык? Никогда его не любила. Слишком уж заумный. Это больно, да? Вот так. Спасибо за урок, гад. Угу. Не сомневалась, что увижу тебя. Даже мертвой ты меня достаешь. Ты уже давно мертв, Кейган. Но я сама забочусь о твоей семейке. По всем странам, одного за другим, я отлавливала их 70 лет. Конец уже близок. Что ты теперь думаешь обо мне, папочка? Мы думали, что достаточно сильны, чтобы захватить его, но не смогли даже остановить. Кейган, где он сейчас? Библиотека. Я уничтожу тебя. О, ты одна из моих, да? Но запах с изъяном. Кто была твоя мать? Неважно, у меня нет памяти на имена. Но думаю, она умерла мучительно. Как и вся ее семья. Нацистский ублюдок! Ты еще... Нацистский? Вряд ли. Я работаю для себя. Этот идиот, профессор, научил тебя сам не знает чему. А, да... Вечерняя звезда. Именно то, что я так искал. Так, ты же пришла, чтобы убить меня. Так вот тебе зритель. Сэр Тримейн? О, да вы, оказывается, знакомы. А, ясно. Ее ты тоже увел, профессор. Вырастил по-своему. Научил, как убивать своих. А я старался сделать ее, как и всех других дворняжек, как и она. Рейн, убегай! Беги! Оставь его! Ты лживый, паскудный сукин сын! Лживый? Конечно. А он нет. Ты не сказал ей, что будешь делать с этим, а, профессор? Уничтожать своих ручных полукровок. Да, профессор. Смерть. Да, смерть вампирам. Думаю, не все так просто. Бредовая мечта Кейгана об армии вампиров была взорвана в ту ночь. А за то, что он уничтожил всю семью моей матери, последние 6 десятилетий я отслеживала и уничтожала его семью. Кровь за кровь. А как насчет музыки? Хозяин, то есть мистер Зеринский, хотел бы, чтобы все гости оставались внизу, мадам. Хозяин может идти к черту. Эй, погодите, она же вампир. Вы одна из хозяйских? Ты что, хозяин ненавидит вампиров, близко не пропускает?
Похоже, у нас тут гости. Эй, парни, а у нас тут гости. Где же ты, сладкая? Недешево. Еще бы. Стоит послать чек в Бримстон? Посмотрим на итоговый счет за вечер. Я сохраню чеки. Сейчас я приходую тебе. Да, она просто разошлась. Ты слишком хорош. Кто-нибудь, помогите! Я ужасна. Она слишком сильна. Мэм, вечеринка внизу. Похоже, у меня нужна помощь! А, моя рука! Ну, моя тебе рука! Тебе же это не нужно, да? Я во дворе, у окон кабинета. Я там уже был. Ты не забывала тренироваться в акробатике? Нет. Я и от природы неплохо это делаю. Oh!